Димаш, добрый вечер. Рада снова видеть тебя на этой прекрасной дорожке. У тебя сегодня такой классный белый образ. Расскажи, пожалуйста, вообще новая волна для тебя – это очень ответственное мероприятие. Сколько ты собираешься на красной дорожке? Всегда по-разному. Меня собирают. А, ну, примерно, по времени все-таки, сколько это выходит? Чуть больше, полчаса, наверное. Это очень быстро, кстати. Я еще хочу поинтересоваться у тебя следующим. Ты сидишь в кресле жюри. Какими критериями ты руководствуешься, когда ставишь высший балл? Что может твой балл понизить, что не должны делать участники? И как трудно тебе принимать решения? Критерии... Ну, в первую очередь, конечно, исполнитель должен обладать актерскими данными и вокальными данными хорошими. И произведения, которые они исполняют на сцене, они должны быть очень правильно спродюсированы, потому что от этого очень много чего зависит. И вообще, в идеале артист, он должен понимать, как должен начать свою песню, как должен ее развивать, как должна звучать кульминация. Это уже, мне кажется, что больше половины. Не знаю, это уже успех. А сегодня Леонид Агутин мне сказал, что у трека есть формула какая-то успеха, чтобы это стало хитом. Может быть, ты тоже про нее знаешь и расскажешь нам про нее, потому что Леонид Агутин не поделился. Ну, вообще, у меня насчет этого совсем другое мнение. Для меня не обязательно, чтобы мои песни становились хитами. Они должны в первую очередь нравится мне и моей публике. А станут ли они хитами? Станут. Просто... Каждый твой трек — это хит, который покоряет сердца огромное количество, огромной публики. Все знают песни Димаша. Я уверена, наши зрители сейчас это подтвердят в комментариях. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Димаш. Спасибо.